Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут. Мы продолжаем играть с вами в Тропика 6. Друзья, я решил дописать предыдущую серию и сделать окончание, собственно, первого нашего острова. Тем более, что здесь осталось совсем немножко. Я его до конца прошел. И я думаю, что вам тоже будет интересно, если вы заинтересовались именно этой игрой. Ну что, друзья, давайте мы доделаем. Сразу запускаем плей. Торговый путь с контрабандистом, если вы помните, создайте торговый путь экспорта активно с ресурсами Золотой Орех. У нас это никак не получалось с вами сделать в прошлый раз, но в этот раз я думаю, что у нас должно все получиться, потому что Золотой Орех у нас появился. Не знаю, как так получилось. Давайте мы сделаем, подпишем контракт, но он у меня почему-то не получался во время прохождения, хотя все для этого было. Почему-то пришлось сохраниться, загрузиться, и только тогда он появился. Ну, возможно, какой-то баг игры. Губернатор, вы придумали просто поразительно коварный план. Кокосы и золото. Вот это да. Губернатор, пришли люди с просьбой, но ради безопасности мы ее засекретили, возвести стране газету. Давайте примем. С королем, и мы пришли к выводу, что дела идут вполне прилично. Так, отлично. Значит, нам дают чертеж театр и чертеж газета. Здесь у нас поместье идет строительство. Давайте-ка мы сейчас с вами построим. Значит, театр. Это в дорогих развлечениях должно быть. Роскошное развлечение, театр. Вот он у нас идет. Мы его сейчас вот сюда вот поставим. Опа! Больше, губернатор. Только больше. Приступайте. Этого требует корона. И требует с нас возвести еще две фермы. Так, ну давайте примем и построим парочку ферм. Фермы. Так. Вот ферма. Здесь у нас скот, овцы, крокодил. Можно поставить свинью, они будут только жратву выдавать. Здесь, кстати, можно крокодилов разводить. Коз можно разводить. Лам. Козы будут давать... Значит, что? Молоко будут давать. Можно будет рацион наших жителей улучшить. Ну, давайте, наверное, попробуем все-таки со свиньями как-то разобраться. Либо просто скот, либо со свиньями. Скот. Скот будет давать мясо, шкуру. Шкуру мы, в принципе, не пускаем никуда в дело. Давайте построим вот здесь. И построим рядышком плантацию. В принципе, наверное, построим вот сюда. Есть. И построим вот здесь вот еще фермочку. Хотя здесь желтым, да, соответственно, чем зеленее, тем лучше, но сделаем как и есть. Фиг с ним. Задание есть задание. Потом можно просто снести. Заодно еще, друзья, мы сделаем с вами вот здесь вот, построим не что иное, как рыбацкий причал. Здесь смотрите, какая рыба прям сразу будут рыбаки попадать на круг, где находится рыба. Ну и, естественно, нам нужно будет сюда потом проложить дорогу, чтобы все это можно было как-то, оп, добывать. Так, почему-то оно туда не идет. Ну, давайте вот так вот попробуем сделать. И, оп, не знаю, не идет. Не, так некрасиво. О, вот так, все. Я думаю, что все окей будет. А давайте ускоримся. Нам, в принципе, теперь уже особо сильно долго ждать-то не придется. Я думаю, что эта серия будет вообще очень коротенькой. Потому что минут 15-20, может быть, займет. Ну, посмотрим, сколько получится уже. 4 минуты я уже наговорил. Собственно, еще у нас есть одна интересная вещь. Это пиратский рейд. Мы с вами запустили. Пиратская пещера. Значит, грабить бананы, шкуры, железо, и потом можно будет еще ограбить Стоунхендж. По поводу Стоунхенджа я, может быть, погорячился, потому что здесь вот есть у нас есть, смотрите, ограбление Брандербургские ворота, ограбление собор Святой Софии. Не совсем я пока с этим разобрался, в принципе, в комментариях можете написать. Потом у нас они становятся через какое-то время, видите, недоступными для заказа. И, видимо, наверное, еще через 24 месяца, то есть через 2 года,
откроются после удавшегося ограбления, я так понимаю. Ну, опять же, если знаете, напишите, пожалуйста. И все они дают разные эффекты. То есть здесь нужно перед тем, как заказывать, я как-то что-то не подумал об этом, заказал и заказал. А вообще они дают определенные эффекты. То есть, вот, например, граждане не умирают от плохого медицинского обслуживания, повышают все туристические рейтинги, развлекают путешествующих граждан и туристов, уровень благосостояния посетителей не важен. Это собор Святой Софии. Бранденбургские ворота тоже там свое что-то дают. Ну, вы, в принципе, можете здесь все прочитать. Вот такая вот ситуация. Ну, пусть будет. А, да, кстати, Стоунхендж у нас увеличивает рост растительности вокруг него. То есть, если вы его сажаете куда-то в пустынную зону, то он будет ее, соответственно, улучшать всячески. Такие вот пироги. Так, здесь давайте, наверное, построим магазинчик. Это у нас находится в общественных службах. Магазин. Не знаю, вот так вот что ли сделать. Или вот так. Давайте. Вот так вот не получается. Вообще нужен нам здесь магазин-то? Давайте сделаем магазин. И еще построим церковь здесь же. Пусть будет у нас на каждом острове такой центр цивилизации небольшой. Театр просто великолепен. Все, театр мы возвели. Губернатор, иммигрантов мы взяли. Пойти в театр. Отлично, пойдем в театр сейчас. Помимо наша того, что мы пойдем... Наша революция лишь сравнительно великая. Но с вашей помощью, губернатор, народ заставит ее сиять. Отлично, закончили мы грабеж. Начался у нас рейд по похищению Стоунхенджа. Нам еще нужно построить газету, если вы помните. Это у нас в разделе СМИ. Газета. Давайте-ка вот мы ее сюда поставим. Пусть будет газета. Вот такой вот у нас здесь театр. Рядом, между прочим, с фермой, с коровками. Вот у нас коровки здесь ходят всякие. И вот он театр. И мы сюда должны отправить нашего команданта. Мы выбираем команданты. Здесь выбираем посетить строение и отправляем его сюда. Места должны... Должен сказать, я рад работать с вами. В наше время сложно получить адекватную помощь. Две фермы мы с вами возвели. Давайте увеличим срок нашего мандата. Здесь ферму можно, наверное, проапгрейдить. Вакцинация животных. Вот, органические удобрения, производительность ближайших плантаций и гидропонных плантаций повышается на 10%. Мы ее включаем, появляется вот такой вот круг, в который будет входить вот эта ферма. И сюда будут доставляться удобрения, и, соответственно, здесь повышается производительность. Нужно, кстати, посмотреть, что у нас еще здесь можно сделать. Нет, больше ничего вроде как нету. Окей. Я извиняюсь, дружище, но мне нужна крошечная услуга. Так, нам нужно завершить торговый путь с державой короны. Давайте принимаем, посмотрим, что мы можем здесь еще сделать по поводу. Значит, у нас сахар идет. И сахар, как вы видите, мы не отправляем. Поэтому мы сейчас отменяем контракт. Снизится отношение у нас на минус 5 с короной. Но это не страшно, потому что сейчас следующий контракт у нас все возместит. Так, а давайте-ка задание посмотрим. Торговый путь на импорт или на импорт или на экспорт? Просто завершить, вообще не важно какой. Ну давайте дерево тогда. Давайте тогда дерево, наверное. Попробуем продать или купить. Выбираем здесь сортировку и смотрим, что мы можем. Вот здесь железо, золото, кофе, мясо, ром. Дерева нету, да? Ну, давайте рыбу попробуем. Тем более, что здесь плюс 20% подписать контракт. Окей. Все, пошла у нас рыба. Нужно будет потом посмотреть, как там продвигаются успехи. В принципе, можно даже сейчас посмотреть и по... Смотрите, по золотому ореху, вот они потихонечку. Но мы, кстати, в этой серии не успеем закрыть этот контракт, потому что он очень долгий будет. Золото тоже, кстати, как вы видите, не уходит. Я не знаю, давайте отменим, наверное, модификатор отношений. Отменить торговый контракт, можно будет еще что-нибудь сделать. Так, шкура, сахар, золото.
И можно, да, еще какой-нибудь контракт сделать. Например, на продажу, не знаю, мясо, что ли. Давайте мясо попробуем. Подписать контракт. У нас получилось, мы продаем... Ой-ой-ой. Я на импорт подписал контракт, друзья. Ну, надо внимательно, конечно, смотреть, да, на экспорт или на импорт. То есть мы сейчас купили, грубо говоря, мясо. Ну, ладно, пусть будут в магазине у нас мясо. Не так уж это и страшно. В конечном варианте пригодится. Есть. Закрыли мы путь торговый, я так понимаю. Да, по мясу, кстати, закрыли. Должен сказать, я рад работать с вами. Ему все равно было, это импорт или экспорт. Адекватную помощь. Есть. Ну, давайте увеличим еще срок мандата. Пока наш командант идет. Здесь, кстати, еще, друзья, можно... Губернатор, я ранен. Увы, бедный Пенультимо. Я всего лишь потянулся за арахисом. И тут что-то оглушительно пахнуло. И еще раз. И еще 9 раз. Так, ну, Пенультимо у нас ранили в театре. Пенультимо настоящий герой. Мы уважаем тех, кто готов принять пулю ради идеи. А кое-кто надеется однажды заполучить и свою пулю. Так, и нам дали задание возвести 3 сторожевых вышки. Они у нас находятся вот здесь вот. Давайте купим чертеж и построим 3 вышки. Раз. Ну, где-нибудь вот здесь. И последнюю вышку построим около порта, вот здесь. Почему около порта? Потому что объясню. Смотрите, у вышек есть следующее предназначение. Атакуют вражеские отряды во время военных конфликтов. С некоторой вероятностью может раскрыть тайные роли проходящих мимо граждан. Ну, когда, соответственно, приплывает человек, он проходит у нас через порт. Ну, логично, что здесь будет стоять вышка, которая будет рассекречивать его поползновения всякие. Так, все. Здесь, пока мы все сделали, дожидаемся окончания строительства. Больше, губернатор. Только больше. Приступайте. Смотрите, они хотят еще хотят, чтобы мы завершили торговый путь. Давайте посмотрим, какая у нас здесь обстановка. Ну, вот рыба идет, но она идет... Да, нормально. Достаточно будет. В принципе, можно попробовать... все-таки продать либо 6, либо шкуру, железо, золото, кофе, ром. Да что-то у нас особо сильно ничего не то здесь из того, что продавать. Ладно, пока оставим как есть, пусть так и будет. Хотя знаете что, можно поторговать с пиратами, потому что пока у нас как пират, я уже дальше немножко прошел, друзья, там будут много других стран, там Мексика всякая будет, и там всякие маленькие страны, можно с ними будет торговать. Но с пиратами, видите, здесь все не экспорт, а все импорт, да, так чтобы мы завозили в страну. Ну, ладно, это не столь критично, пока мы ждем окончания строительства. Можно, кстати, посмотреть, что здесь. Здесь улучшить ничего нельзя. Сейчас по максимуму все улучшим, все, что можно. Вот, например, матросов наймем, чтобы побольше перевозили. Мы готовы к вторжению, мой губернатор. Они уже здесь. Отлично. О, губернатор, вы сегодня просто великолепны. Прошу прощения, просто я тут немного истекаю кровью, и у меня что-то кружится голова. Так, смотрите, нам нужно добиться средней удовлетворенности, типа, больше всего здесь у нас идет, смотрите, жратвой 42 из 55, 30 из 35, добиться средней удовлетворенности, типа, свобод 51 из 55. Мне кажется, что проще всего можно верой, благодаря ей люди смогут молиться о счастье. Я так думаю, что нам не так много потребуется построить для того, чтобы получить это удовлетворение. Кстати, вот здесь вот у нас есть маленькая проблема. Нет дорожного сообщения. Я так думаю, что мы сейчас, наверное, сносим это здание и построим немножко в другом месте. Давайте-ка вернемся к ресурсам. Выберем рыбацкий причал. Не знаю, вот так вот что ли попробовать? Давайте так попробуем. Пусть построят. И здесь же нам нужно будет построить еще, наверное, супермаркет и церковь на вот этом острове. Сейчас мы все это с вами замутим, друзья.
делаем вот так, вот так. Есть. Выбираем общественные службы, выбираем часовню. Где у нас здесь вход-то получается? Я что-то не вижу. А вот, видимо, здесь вот вход получается. Есть, можем построить. И здесь же можно построить еще магазин, чтобы люди могли нормально кушать. Вот так вот построим. Не буду я париться уже, куда там что смотрят. Церковь можно построить. Даже, наверное, денежку у нас есть с вами. Быстрое строительство сделать. Есть. По поводу церкви. 32 из 35. То есть нам нужно еще церкви построить. Но у нас есть еще один остров, неразвитый с вами совсем. Можно попробовать здесь что-нибудь сделать. Например, построим здесь с вами козью ферму. Вот так вот. Есть. Здесь же мы с вами построим магазинчик. Ну, я думаю, что вот так вот будет вполне нормально. Здесь же мы с вами построим церковь. Ой-ой-ой, не туда. Вот сюда часовенку построим. Не церковь, а часовенку. Будем точными. Есть. Вот сюда строим часовню. Но я так думаю, что часовню придется еще одну строить. Сейчас посмотрим по результатам. Мы опять же ускоримся здесь. Итак, у нас 33 из 35 удовлетворенности верой. Давайте искать, где еще можно построить. Вот здесь вот у нас есть часовня. Часовня здесь у нас есть. Магазин здесь тоже у нас есть. Здесь нам бы жилые здания построить, чтобы людям жилось лучше. Давайте построим бараки, попробуем. Нет, бараки здесь построить не получится. Вот здесь получится. Окей. Вот здесь и, наверное, еще вот здесь. Кстати, их можно менять. Если зажать кнопку Alt, можно получить барак другого типа, другого цвета. Ну, так, чтобы все дома были не одинаковые, а там есть 3-4 варианта, из которых вы можете выбрать. Значит, смотрите, здесь у нас есть две часовни. Не знаю, можно еще одну какую-нибудь построить. Ну, может быть, вот здесь вот влезет, если... Сейчас поставим. Потом-то, в принципе, лишнее можно будет все посносить. Так, я думал, честно говоря, что с верой будет проще. Мы построим пару этих часовен и все. Ну, что-то какая-то заморота пошла. Так, здесь мы построить не можем. Видите, да, желтым у нас все освещается. Здесь тоже не можем. Не знаю, здесь, здесь. Ну, вот здесь вот можно построить. Но это немножко не то, что хотелось бы. Давайте вот тут построим. Есть. Быстренькое строительство. Сколько у нас? Да 34. Даже... Давайте рядом еще одну построим. Я уже просто не могу. Это какое-то безобразие. Давайте прям рядом построим. Мы их потом час просто пробит. Снесем. Мы уже не шепчем, но кричим во весь голос. Революция! Так. Сегодня мы требуем, хотя и вежливо, требуем... Что-то не так, губернатор. У меня появилось непреодолимое желание называть вас президенте. Президенте? Да, звучит отлично. И пусть сейчас кажется логичным то, что корона забирает все наши доходы от экспорта, ведь мы их колония. Возможно, все изменится, когда нам не будут править железной рукой. Добить среднего одобрения у фракции революционеров 59 из 60. Ну и часть населения должна поддержать фракцию революционера. Все принимаем. Давайте строим быстрое строительство. Так, революционеры. Часть населения должна поддерживать фракцию. Ага, нам нужны будут революционеры. Наши люди на грани срыва. Их прямо-таки тошнит от ненависти к короне. Возможно, конечно, что все это от Рома. Смотрите, нужно построить форт, чтобы улучшить фракции, отношения с фракцией революционера. Давайте мы этот форт с вами построим. Ну, во-первых, мы снесем вот эти вот здания. Они нам не нужны, да, мы их строили для того, чтобы улучшить позицию по вероисповеданию. И строим с вами форт. Это у нас в военных. Здесь покупаем. Берем форт. Где у него здесь вход? Вот он вход. И строим форт здесь. Есть быстрое строительство.
Народ очень доволен новым фортом, губернатор. Так, отношения с революционерами... Ох, но нас не поддерживает народ. Часть населения должна поддерживать фракцию революционера. Значит, нам нужно больше революционеров привести непосредственно в нашу... В наш порт. Такой, честно говоря, проблемы у меня, когда я перед этим проходил, не было кусочек. То есть у меня как-то быстренько все это вызвелось. Так, ну, нам нужно будет как-то все это улучшить. Смотрите, переведите все газеты в независимый режим работы. 10 иммигрантов-революционеров мы получим. Давайте мы это сделаем. Газета независимая. Есть. Наша революция отлично. Лишь сравнит. Так, 10 революционеров к нам сейчас приедут. Мы уже здесь улучшили до 57. Это уже неплохо. Объявить о независимости. Выиграть игру. Час пробил. Мы обращаемся к вам с просьбой, губернатор. Объявите ли вы о независимости? Так. И где же нам это объявлять? Указ. Накормите работник. Бесплатное жилье. Колонию поселения. Ну, я так думаю, что, наверное, сейчас через какое-то время выйдет это задание. А для того, чтобы, наверное, объявить о независимости, нам нужно вот добить вот это значение до 60. Окей, давайте так сделаем. Смотрите, это улучшит отношения с ними, повысит одобрение людей, поддерживающих революционеров. Выполнение требований также может увеличить число иммигрантов-революционеров. И здесь же еще у нас есть вот такие вот задания, какие есть. В принципе, наверное, мы можем вот так вот отказаться с фракции. Да. Смотрите, это улучшило отношения с революционерами, как вы видите, да? И по торговле сейчас посмотрим. Мы продаем рыбу, отменим контракт, попробуем, может быть, это улучшит. Нет, пока мы больше не улучшает. Готовы стащить. Так, это у нас по Стоунхенджу идет. 720 дней нужно будет подождать, потому что там какие-то друиды появились. Ну, вы, собственно, видели. Сейчас мы упираемся в одного человека, который коррупция поддерживает революционеров. Губернатор. Нам приходится давать взятки. Да, вот сейчас вот 10 иммигрантов приедет, и будет все окей. Кукурузу мы произведем сейчас очень быстренько, как вы видите, да? Произведите кукурузу. Уже практически все это сделали, и сейчас мы быстро-быстро наберем нужных режимов. Больше, губернатор, только больше. Так, вот так вот сделаем. Откажемся от отношений. Наша революция лишь срап. Берем революционеров. Все, есть новая задача. Задание завершено. Губернатор, берем новую задачу. Жители Тропико любят вас почти так же, как я. У нас превосходный вкус. Но мы не понимаем, почему до сих пор выполняем приказы короны, когда у нас есть лучший в мире лидер. Если сменить тему, я могу сказать, что безумно чиркал пером и ненароком набросал эту декларацию независимости. Губернатор, может быть, вы ее подпишете? Здесь можно повоевать, друзья. Я человек мирный, поэтому потратим 15 тысяч, тем более, что у нас есть 140, и объявим о независимости. Час пробил, мы уже не шепчем, но кричим во весь город. Голос революция. Все великолепно. Отлично. Я знал, что у вас есть голова на плечах, и вы захотите сохранить ее на месте. Так, ну, в общем, мы заплатили. Я отнесу деньги в казну, сообщу им, что мы отпустили еще одну захолустье. Уверяю вас, больше не будет никаких проблем. Честно, эти острова не окупят отторжение. Счастливо оставаться. Окей. Замирает от радости, ведь я впервые могу назвать нашего... Вы сделали это, губернатор. Наконец-то... Все, собственно, мы выиграли игру. Да, так оно и было, президенте. Такова история нашего знакомства. То были главные дни моей жизни. Между прочим, у меня остались пули того убийцы. Я храню их поближе к сердцу.
Кто бы мог подумать, что такая захватывающая история может быть не более чем главой в книге чьей-то жизни. Но ваших приключений, мой великий президенте, хватит на добрую сотню обычных людей. На тысячу. Однако эти истории мы прибережем на будущее. Старый Пенультимо устал и хочет вздремнуть. И пусть ему приснятся сны о ваших победах, мой президенте. Вы это сделали, президенте. Победа за нами. То есть за вами. Мы будем продолжать с вами прохождение в следующих играх. То есть, если мы с вами сейчас вернемся в главное меню, то у нас должны открыться новые миссии. Смотрите, целых три штуки открылось. То есть, вот эту мы прошли. И здесь у нас, соответственно, получается еще несколько миссий, которые мы можем пройти. Эпоха здесь вот идет уже как раз мировых войн. Эпоха мировых войн и еще что-то, пропаганда. Ну, тут вообще очень что-то такое невероятное. Вот это вот, кстати, тоже интересно. Начинаем с ранья, заканчиваем поздно. И здесь вот тоже у нас идут архипелаг, вот это остров. Это тоже архипелаг. А здесь, ну, если это можно маленькими островами считать, то, наверное, можно считать. Вот такая вот, друзья, у нас была серия. Большое спасибо, что смотрели. Приходите еще, будет много интересного. В следующий раз будем проходить еще какой-нибудь из вот тех игр, которые у нас открылись.